Здорово! Чем занят, мужик? Жизнь бессмысленна. Что случилось? Мэйзи порвала со мной. Бро! Все будет хорошо. Ты прав, Клэренс. Познакомься, это Киану. Да ладно! Боже, это самый милый кот, которого я видел в жизни. Этой весной. Почему твоя дверь открыта? Киану. Киану! Мне жаль. Нет! Как ты тут, Хабзо? Я здесь, потому что в мой дом вломились. Видел тут кого подозрительного? Казались отморозки 17-й улицы. Отморозки 17-й улицы, где они? На 17-й улице? Давай просто зайдем, чего плохого может случиться? Одно пиво. Налейте мне пиноколады. Клэренс, Клэренс. Что? Не говори так тут. Тогда у нас проблемы, потому что ты говоришь, как Элайджа Вуд абсолютно везде. Да чё ты гонишь, нига? Да ты тот еще хоббит. Эй, нигеры, вы дверью не ошиблись? Да на, ни хрена мы не ошиблись, нига. Киану у Чеддера. Это типа рынок, только с гастоживотными, так? Что за... От богатой фантазии Кея и пива. Я не буду нарушать закон! Мы просто будем вести себя как отморозки и спасем Киану! Их первый фильм! Ты че, не зырял раньше, как кот мочит? Да зырил я, как мочат людей. Да ладно, мужик! Чтоб спасти любимое! Ты нужен, Киану! Ты нужен мне! Ты должен стать... Ты где? Твою мать, а где я должен быть? Ты чё так со мной разговариваешь? Ну, я так разговариваю иногда. Тем, чего ты боишься. Чё ты едешь, как черепаха? Я не хочу снова попасться, особенно когда веду большую семейную тачку. Нига держит слово. Ты в порядке, Киана? Киана! Эй, кыс-кыс-кыс. Киан. Так, че это у нас тут? Что это за срань? Эх, твою ж нига. Это качающая вещь. 29 апреля.